Как мы знаем, после провала президентских выборов процедура снова вернулась в Риге-Когу, и во вторник собрание старейшин парламента выбрало новую кандидатуру Керсти Кальюлайд, которую, по сути, не знает ни народ, ни наверняка множество политиков. О затянувшихся президентских выборах и о кандидатуре новой мы поговорим сегодня с членом собрания старейшин Риги-Когу Андресом Херкелем, который также является лидером Свободной партии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вкратце поясним, что собрание старейшин – это руководство Риги-Когу, то есть спикеры, вице-спикеры и руководители всех парламентских фракций, которых у нас 6. Андрес Херкель – один из руководителей парламентской фракции. Имя Керсти Кальюлайд появилось внезапно. Также внезапно она дала свое согласие баллотироваться в президенты. Это все наводит на мысли на то, что старейшины предчувствовали провал выборов в коллегии выборщиков и имели, так сказать, туза в рукаве. Я не думаю, что мы этого как бы предугадали, что так будет. Возможность, конечно, была. И когда мы обсудили в своей партии об этой возможности, мы пришли к выводу, что будем говорить об этом, если это будет. Но будем бороться за то, чтобы коллегия выборщиков все же имела бы результат. Это, я думаю, это недостаток закона, что коллегия выборщиков может прийти не прийти к результату. Но так получилось. Но тоже удивительно то, что, например, и в Риге-Когу, и в коллегии выборщиков не пришли к единому мнению, и поэтому, собственно, не выбрали президента. Что касается Керсти Кальюлайд, то здесь это практически единогласное решение старейшин. Но я думаю, что при такой ситуации надо найти компромисс. И это не было легко. Что касается того, что ее не знают, это... Действительно, может быть так. Я ее знаю очень много лет. И я думаю, что эстонские политики знают, доверяют. Но общество как целое, да, это немножко внезапно. Но найти такого человека, в отношении которого можно дойти до консенсуса, это тоже непросто. Будут ли еще кандидатуры или Керсти Кальюлайд останется единственным кандидатом? Я думаю, что, скорее всего, она является единственным. Мы будем представить, то есть главу 5 фракций в Риге-Когу подписи сегодня. И я думаю, что после этого очень мало остается возможностей, что можно забирать еще 21. Просто, знаете, как-то я всегда думал, что демократическая традиция предполагает, подразумевает под словом «выборы» наличие хотя бы двух кандидатур. Тогда давайте называть вещи своими именами, это получается не выборы, а назначение. Можно и так сказать, но я думаю, что при такой ситуации надо немножко выяснить то, каковым является пост президента по эстонской конституции. Пост президента по эстонской конституции – это не то, что в Соединенных Штатах, во Франции, это не то, что в России и так далее. Пост президента является очень скромной в эстонской структуре власти и скорее таким... Это равновесие в отношении Конституции, некоторые иностранные обязанности, так далее, так далее. А в то же время, когда у нас такая система избрания главы государства в парламенте, тоже очень скромная, но народ хочет, и журналисты хотят немножко такую гламурную кампанию. И это было. И, конечно, здесь есть очень большой диссонанс сейчас. 5 кандидатов прошли весь всю эту процедуру в течение лета. Они имели, я не знаю, сколько дебатов, сколько встреч. И сейчас внезапно такое решение. Я думаю, что слишком много было такого партийного эгоизма в течение этого процесса. И действительно не было такого кандидата, при отношении которого достаточный консенсус был бы уже или раньше в Риге-Когу, или в коллегии выборщиков. И сейчас мы оказались
при такой ситуации. Ну вот расскажите нам, чем хороша Керсти Кальюлайд? Почему она наиболее подходящая кандидатура на пост президента? Вы знаете, она очень умная. Меня это всегда очень впечатлительно, каким образом она ориентируется во многих сферах политики и работала 12 лет в евроструктуре, владеет и с иностранной политикой, и европолитикой, и очень многими такими сложными делами в сфере социальной политики, просвещения, финансов, так далее, так далее. То есть знаний у нее хватает? Знаний хватает. Я бы сказал так, что Эстония, может быть, теряет очень хорошего потенциального премьер-министра, если она станет главой даже государства. Так. Но при этом, вот, несмотря на то, что вы говорите, что у нас действительно президент не обладает той полнотой власти, как в некоторых странах, все-таки создается впечатление, что глава государства должен быть вот таким вот неким объединяющим звеном, в том числе между народом и политиками, потому что президент у нас фигура аполитичная, он не может состоять в какой-то партии. А сейчас выходит, что народ действительно практически ничего не знает о Керсти Кальюлайд, и вот партии своим вот таким вот сговором, хотя, может, сговор нехорошее слово, договоренностью, выбирают себе, ну, своего рода арбитра, то есть человека, который просто в той или иной степени всех устраивает. Я думаю, что она очень хорошо осознавает эту проблему, и мы тоже. И что сделать? Если бы и народ, и все политики знали бы такого решения раньше, это было бы, может быть, общеизвестно, и у нас не было 5 кандидатов. А может быть так, как 5 лет назад один фаворит, это бывший нынешний президент Ильвес и его соперник. Такой ситуации не сложилось. Сейчас, действительно, я думаю, что это точно. Лучше иметь хотя бы двух кандидатов, а не одного. Но сейчас мы оказались при такой ситуации, где Ригикогу еще раз ошибаться просто не может. Спасибо большое. У нас в гостях был Андрес Херкель, член собрания старейшин Ригикогу, а также лидер свободной партии. С его помощью мы познакомились с кандидатом на пост президента Керсти Кальюлайд. Спасибо вам большое.